Об правах инвалидов размовляли в Гомельской библиотеке филиале номер 5. Сегодня у Международный день слепых на встречу с неведущими и слабоведущими людьми пришли адвокаты. Международный день слепых стали означать амаль чвэрць стагоддзя тому у день нараджэння Валентина Гаюи. Это французский тыфлопедагог, які здолеў звернуть увагу грамадства на проблему неведущих людей. Не забывайте об их и зараз. Адвокаты юридичной консультации сегодня встретились с гамельчанами и отказались залі на пытанні прававой тэматыкі. Напрыклад, аб правах пакупнікоў, змяненнях у законадаўстве, якія могуць быць карыснымі ў штодзённым жыцці. Не абышлі такія тэмы, як працаўладкаванне, пенсійнае забеспячэнне, адрасная дапамога і рэабілітацыя. Мы всегда нацеліваем этих граждан, имеющих особенности, что они, в частности, в нашу консультацию могут позвонить, поинтересоваться интересующими их вопросом и принять необходимости может подойти для более подробного разъяснения всех вопросов, которых не возникает.